шиповник волосистый. Хоть и кажется, что он такой колючий, но он на самом деле достаточно хрупкий. Он размножается семенами, поэтому сбор ягод очень сильно препятствует его распространению. Это красиво, это интересно, самобытно, много разных техник. Видно, что люди увлечены природой, и это очень приятно. Как будто прикасаешься к чему-то такому живому. Это пион тонколистный. Это растение, которое относится к исчезающим видам. Они зацветают в конце мая, цветут буквально 3 дня. И очень красивое зрелище на фоне охристой, голубоватой степи. Вот эти красно-малиновые цветки. Растения, к сожалению, собирают очень много на букеты. Также пион и корень пиона обладает лечебными свойствами. И возделывают степи под пастбище, поэтому цветка практически не осталось. Да, очень мало. Замечательно, что эта выставка проходит в такое холодное, сырое время, серое, потому что после посещения этих замечательных выставок сразу повышается настроение, хочется жить, творить, чего-то такое вот делать необычное. Потом я очень рада, что возрождается забытое искусство, и почему оно возрождается прям такими семимильными шагами. Начиналось выставки из одного маленького зальца, а теперь целая галерея, ходишь и уходить не хочется. В общем, большое спасибо организаторам, художникам и посетителям, которым тоже это все очень нравится. Очень важна повестка этой выставки, так как она освещает не только важность искусства как такового, но она и поднимает очень важную проблему вымирания некоторых видов растений. И, конечно, это не может не радовать. Что касается участия Вилли в выставке, то, конечно, сотрудничество с российским художником началось еще 2 года назад, однако она приехала сюда впервые действительно, и, конечно, задача в первую очередь – это объединить разные школы художников, национальную, британскую и российскую, и, конечно, в этом она видит свою основную цель. Конечно, пион не относится к тем вымирающим растениям, о котором посвящена основная часть экспозиции, но на самом деле задача этой картины в первую очередь привлечь новых людей, так как начинать надо именно с любимых растений. Суть этой картины в том, что действительно это те цветы, которые она наиболее любит. Речь о принесении новых положительных эмоций. Мне кажется, в истории России проходит такая масштабная выставка ботанической иллюстрации, потому что, когда мы вчера считали количество работ, которые здесь
представлены, то есть картины, декоративно-прикладное искусство, стекло, объемная скульптура. Да? Мы, честно говоря, немножко сбились со счету, но больше 300 работ. По масштабам такая выставка, ну, точно впервые, именно касающаяся ботанического искусства. За этот год было открыто 14 выставок ассоциации, 14 за год. В этой выставке участвуют 127 художников, потому что даже независимо, скульптура это стекла или полимерная глина, но это все равно художник, правильно? Поэтому я говорю, 127 художников из 23 стран. Впервые у нас участвуют Бразилия, Австралия, Индонезия, Южная Африка. Для чего нам, в первую очередь, нам самим нужно это, тем художникам, которые работают в России? Смотреть на работы, учиться чему-то у них, развивать и кругозор наших художников. Спасибо всем, что пришли на эту выставку. За этот год мы превратились в очень дружную, очень большую, иногда шумную, всегда очень веселую команду. Спасибо вам огромное. Для нас с Аней, с Сашей, да, это наша ассоциация, это огромная возможность пообщаться с единомышленниками по духу, познакомиться с интереснейшими, талантливейшими людьми. Поэтому спасибо вам огромное. Творите дальше. А мы со своей стороны обещаем организовывать выставки на все более и более интересные темы, интересные площадки. И, наверное, все чаще и чаще. Мы очень рады, что Билли смогла приехать, все-таки долго сомневалась, боялась. Но я думаю, что теперь у нее совсем другие впечатления будут о русских художниках, о России и о Москве в частности, потому что с утра мы сегодня все-таки успели сделать небольшую экскурсию ей по Москве. Поскольку мы стали приближаться к числу 100 тогда, то оказалось, что 99-й член ассоциации был именно в день, это было удивительно, но это было именно в день регистрации ассоциации официального Министерства юстиции. И мы тогда решили, что когда уже ждали Билли сюда в Москву, мы все-таки решили, что сотым членом нашей ассоциации будет именно Билли Шоу. Поэтому вручаю! О том, что сотым членом нашей ассоциации будет Билли Шоу. Мы очень часто объявляли тему выставки и дату очень короткие сроки, то есть девочки, завтра едем в Сочи, девочки, завтра открываемся в Музее Востока. Мы решили справиться и тему следующей выставки 2020 года, ежегодной международной выставки Ассоциации художников ботанического искусства, объявить за год.